На предохранителе, дурень. Привет, старик. Рауль Менендес был здесь сегодня? Сержант Вудс! Они выяснили, где меня держат с помощью спутника-шпиона. Одного из этих 09-х. Этот малыш выплевывает капсулу с пленкой, подлетает Си-130 и подбирает ее на высоте 9 километров. Пленку надо было обработать, проанализировать и доставить. Все вручную. Это был долбанный геморрой. Джонас Савимби. Савимби, помоги! Вот зараза! Огонь его прикончил. Иногда спасать поздно. Нам надо идти, чтобы не последовать за ним. Минометный огонь означает, что МПЛА готовится к атаке. Если им нужен бой, они его получат! Вперед! Мейсон, как слышно? Ты где, Харт? Я в воздухе к северу от вас. Силы МПЛА направляются к вашей позиции. Знаем, Савимби ведет контратаку. Мужик с яйцами, это уж точно. Что с Вудсом? Нам известно его местоположение? Его постоянно перебрасывают с места на место. Люди Савимби скоро должны выйти на связь. Минометы остановились! Они идут, братья мои! Бой, братья мои!
Там еще остались танки. Блин, Мейсон, они повредили мне пулемет. Заход сделать не смогу. Идем, друг мой. Без вести во Вьетнаме. Но твой старик думал, что я погиб. После всего, что с ним сотворил Кравченко, все эти цифры, и Резнов ему крышу снес. Да он не отличал действительность от глюков. Да и кто бы и отличал, твою мать, Кравченко. Выходит, когда я порезал ублюдка на кусочки. Подхожу к конвою. Банша соответствует описанию Савиния. Вудс должен быть там. Подлети ближе! Твою ж мать! Мы под сильным огнем! Черт, мы падаем! Прыгай, Мейсон! Прыгай! Зачистить палубы!
идут на абордаж. У нас на борту МПЛА. Помоги-ка мне, Мейсон. О, Господи. Вудс, ты там, брат? Трупы уже начали разлагаться. Они мертвы уже несколько недель. Фрэнк, это я, Мейсон. Что они с ним сделали, Хадсон? Наверняка привлекли внимание всех солдат МПЛА в этом районе. Надо уходить. Давай, Вудс, я помогу. Я тебя держу, брат. Впереди деревня.
Антенна означает, что у них есть рация. Можно связаться с Авимби и вызвать подмогу. Стоим. Давай за то бревно. Какого черта тут кубинцы забыли? Это же просто дети. Continua chorando por sua mãe? Você quer ser criança ou quer ser homem? Mexe-se, procura a área toda por eles. Идем. Не высовывай свою башку. Не шевелись. Пусть пройдут. Ладно, по моему сигналу бежим к деревянному дому. Давай. Не шевелись. Еще один патруль. Как пройдет, уходим в траву. Хорошо, не высовывайся из травы. Оставаться на месте, они перед нами. Так, все чисто. Выходи из травы. Ты выживешь, Фрэнк. Я присмотрю за Вудсом. Будь осторожен. Постарайся не привлекать внимания. Живешь, Фрэнк. Я присмотрю за Вудсом. Будь осторожен. Постарайся не привлекать внимания. Политика не должна тебя волновать. Он всего лишь пешка, как и ты. Делай, как сказано.
Делай то, что я тебе велю, или ты труп. Настрой частоту, да? Ты меня убьешь, да? Ни шагу, или ты мрази коня! L'americano le sta di Siena che non son huevan. Заткни! Ha. El piensa che sta al control. Pero él no es. Заткни, сказал! Опустите оружие! Богом клянусь, я его прикончу! Los americanos no saben nada de la lealtad. Quizá nosotros deberíamos demostrarlo. Подай в уста!
мы выберемся отсюда. Нет. Долбаные русские. Зараза. Выхода нет. Что за... Думали, я вас брошу? Давайте быстрее! Дверная абертура! Ну, он с нами, Мейсон. Меня хрен убьешь! Хрен убьешь! Благодаря твоему отцу он всем рискнул ради меня. Ради дружбы и чести. Да, совсем как ты, пацан. Старик пытался убить Менендеса. Менендес решил отомстить. В то время Менендес был широко известен в узких кругах. Он сколотил состояние, управляя наркокартелем в Никарагуа. Ты посмотри. Да Менендес целую армию тут сныкал, твою мать! База в 2 километрах к югу, среди развалин храма. Кажется, они готовятся к отправке. Сколько сейчас последователей у Кордис Ди? Где-то с миллиард? Скорее, 2 миллиарда. И ни один из них не поверит, что их лидер террорист. Они считают Менендеса мессией. Кордис Ди ждет страшное разочарование. Пора узнать, что здесь прячет Менендес. Харпер, готов? Надо сохранять скорость при размахе. Не хочется сорваться. Поехали. Звучит благородно. Менендес хочет, чтобы его последователи так и думали. Поверь мне, это не так. Кросби, выдвигайся. Вот так. Идем, сучок. Ну же!
Раскрываю парашют. Раскрываю парашют! Расщелина в горе! Раскрываю парашют. Раскрываю парашют! Сигнала. Кракен, это Харпер. Прием. Враг готовится покинуть территорию. Ждем приказов. Нам нужны точные данные об их возможностях. Вам разрешено открыть огонь. Сектор, ты это видишь? Да, как его сниму, пошли. Эм и граната уничтожат их маскировку. Пошли!
Пошли! Исследование дополнительных структур. Взрываем! Назад! Это комплекс гораздо больше! Кракен — это сектор. Наземная часть комплекса нейтрализована. Начинаю исследование дополнительных структур. Взрываем! Назад! Осторожно, половодье могло ослабить конструкцию. Вот срань! Ты смотри, блин! Сверху мы видели только фасад. Толщина стен несколько метров. Внутри связи не будет. Сообщи Бриксу. Скажи, мы заходим. Кракен, это Харпер. Подтверждаю, под храмом находится научный комплекс. Прошу срочно прислать сюда группу зачистки и сдерживания. Учтите, как только мы войдем, связь будет потеряна. Кракен вас понял. Наземная группа отправляется к вам. Время прибытия сообщу. Салазар, открывай. Оптические системы противника. Надо передать техникам на анализ. Тебе бы переодеться. Они тебя не заметят. Так, со мной.
продолжать натиск! Ясный перец! Нас они туда пускать не хотели! Все чисто.
технологии 3D-производства, компоненты оружия, брони. Менендес готовится к войне. Вудс рассказывал, сколько денег Менендес сделал за все эти годы. Он вкладывал их в оружейные технологии. Здесь кто-то есть! Посмотрим, что у нас тут прячут. Прошу, не убивайте меня! Ладно, выходи! Эта лаборатория связана с известным террористом! Начинай говорить, или хуже будет! Меня зовут Эрик Брайнер. Я магнитометрист. И зачем ты нужен Менендесу? Меня привезли сюда для обработки целлерия. Это новый редкоземельный элемент, который выведет технологии микрочипов на новый уровень. Они идут! Помогите мне выбраться отсюда, я вам все расскажу! Ложись, нахер! Ложись! Сюда! Открыть замок могут только два человека. Я за тобой. Пора за дело, сектор! За мной! Квантовая запутанность. У одного этого устройства вычислительная мощность выше, чем у всей вашей военной инфраструктуры. В лаборатории ходили слухи, что Менендес хочет использовать его для массовой кибератаки. Упоминали нечто под названием «Карма». Должно быть, это название кибероружия. Если бы Менендес использовал целлериевого червя для начала атаки, его никто не смог бы остановить. Даже я не смог бы. Сзади! Ложись! Краген! Харпер запрашивает подтверждение по прибытию в Питрей! Оборонительные позиции! Краген! Проклятие! Не отвечай! Придется пробиваться с подкреплением или без. Это не конец.
Это Брикс! Отставить! Это спасательная группа! Заждались мы вас. Думаю, это задание можно считать выполненным. Адмирал Брикс, рад вас видеть. Взаимно, сектор. Что бы ни планировал Менендес, ключ к его планам целерий. Наконец-то мы на шаг впереди этого мудака. Он всего лишь человек, адмирал. Он хочет, чтобы его принимали за нечто большее. Но он ничто, лишь жалкое подобие человека. Я не смогу справиться с Менендесом, пока не пойму, как этот гад мыслит. Салазар, тебе же его легенды известны, как никому другому. За что? За что он так сильно нас ненавидит? Ту примера Герра Фрия. Он с детства наблюдал, как Контрас насилует и истребляет его народ. Представление начинается, Мейсон. Что ты видел, Вудс? Песок, песок, один гребаный песок. Связной Хадсона уже идет. Думаешь, китайцам можно доверять? Здесь можно. Они поддерживали маджахедов так же, как и мы. Они понимают, если в Афганистане победит Россия, Китай будет следующим. Русских никто не любит, да? Ты же меня знаешь. Я никого не люблю. Советую тебе не высовываться. Спокойно, Джао! Оружие мы доставили. Теперь о твоих обязательствах. Я отведу вас к лидеру маджахедов. Он поможет вам разыскать Рауля Менендеса. У нас свежие лошади. Вы поедете за нами. Точняк. Ну, поехали. Мейсон, это Хадсон. Вы встретились с Джао. Как раз направляемся в лагерь маджахедов. Думаю, не стоит напоминать, что о нашем присутствии никто не должен узнать. Если Россия узнает о нашем вмешательстве в Афганистане, будут серьезные последствия. А этому точно не бывает. Если русские и правда планируют атаку, помощь вам явно не помешает. Мы наняли пару специалистов в качестве советников. А вот и они. Рахман, это Вудс и Мейсон. Мои лучшие люди. Нам нужно оружие, а не солдаты. Так сойдет. Давайте-ка уточним. Мы отражаем атаку русских, вы сообщаете нам все, что знаете о Менендесе. Наша база здесь. При любой атаке враг сможет попасть в долину только через узкие ущелья. Это я знаю.
Наши люди защищают эти горы. Оружие даст им преимущество. Говенный план. Речь, между прочим, идет о русской армии. Они возьмут вас грубой силой. У них будет численное преимущество. И бронетехника. К этому ваши люди готовы? У них нет опыта обращения с нашим оружием. А у нас есть наше место на линии фронта. Русские приступили к штурму. Яла, яла, Бурмирон! Ты веришь в свой план, американец? Это не просто вера, Чао. Приступим. Надо спешить. Мы должны помешать им войти в долину. Погоним, Мэйси!
пехотой маджахеды разберутся. Мейсон, установи подрывной заряд в проходе. Нужно, чтобы ни одна сраная машина сюда больше не прошла. Заряд установлен! Отойди, Мейсон! Ты себя подорвать захотел? Взрывай, Мейсон! Хадсон, западный проход перекрыт. Здесь техника точно не пройдет. Вудс, Мейсон, они бросили на вас все свои силы. Враги по всей долине. Маджахеды доложили, что с севера идут вражеские танки. Глупая сила, численное преимущество? Ты ведь этого не ждал. Я не этого хотел! Сообщает о вражеских вертолетах к северу от долины. Не подпускайте противника к базе.
согласия. Предоставьте это нам, Хадсон. Проехать. Спешиваемся. Пойдем пешком.
Хадсон, склад боеприпасов наш. Ты храбрый воин, американец. Мейсон, возвращайся на базу. У нас проблема. Какая проблема? Тебе лучше самому все увидеть. Старик был крутым сукиным сыном. Это уж точно. Кравченко практически дыру ему в башке просверлил, напичкал и этими долбанными цифрами, но он выжил. Сам-то Мейсон говорил, что больше не видел этих цифр, но не знаю. Я в этом не уверен. Черт! Мейсон, тебе стоит на это взглянуть. Это еще не конец. Русские хотят в последний раз показать грубую силу. Покажем же им отвагу. Вы со мной? Это Кравченко! Кусок говна! Конечно, он замешан! Кравченко должен умереть. Пару раз я кое-что подмечал в его взгляде. Он вдруг начинал шарить вокруг глазами, а потом... ни с того ни с сего говорил по-русски. Вот ведь Резнов... хитрожопый Виктор. Вудс, может, допрос лучше мне провести? А может, ты пойдешь нахер? У меня с этой мразью неоконченный разговор. Я бросил тебя подыхать во Вьетнаме, сержант Вудс. Ты должен быть мертв. А я-то и не в курсе. Мой друг Рахман сказал... ты ведешь дела с неким сальвадорцем по имени Рауль Менендес. И что ты для него делаешь? Иди в жопу! Ты веришь в возмездие? А? Это территория маджахедов, детка. Тебя закопают по шею, завернут тебе веки и бросят жариться в пустыне.
Я могу убить тебя быстро. Рассказывай о Менендесе. Я продаю ему оружие. Как-то не по-советски ты поступаешь, брат. Советский Союз подыхает. Теперь все решают деньги. Куда идет это оружие? Куба, Ангола, страны третьего мира. Зачем? Менендес хочет увидеть... Достойте молоко! Черный хол! Какого хера? Менендес сказал, ты должен страдать. Ах ты, двуличная мразь! Мы воевали с русскими на вашей стороне! Нет, это вы были и всегда будете нашим истинным врагом. Фу. Без воды и укрытия ты продержишься день. Если повезет! Заживо похороненный. И как ты думаешь, кого увидел там твой отец? Хитрый Виктор. Шулер. А, ты совсем как твой старик. Нет, это был не он. Резнов. Брось, если бы это был он, тебе не кажется, что он бы на чуток задержался? Хоть бы объяснил, что творится. Смирно! Проверок и тестов. Давайте убедимся, что все работает, прежде чем приступать к делу. Проверка работоспособности управления Клау. Ждите. Установлено прямое управление Клау. Проверка оружейных систем. Проверим еще сигнал с камер пехоты. Переход Клау на позицию. Связь с камерой на шлеме установлена. Ретрансляция пехотного интерфейса подтверждена. Еще проверю работоспособность камеры турели. Переход на управление турелью. Оружейные системы включены. Проверка спутникового сигнала. Переключение на тактическую карту. Проведем пару тестов передвижения. Переключение на дистанционное управление Клау. Двигаемся дальше. Прекрасно. Ладно, проведем пару простых пехотных маневров.
Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Отлично. Отряды обыскивают территорию. Прекрасно. Еще раз проверим сигнал с камеры пехоты. Подтверждено. Сигнал отличный. Так, сбросим тестовый дрон в зону операции. Ожидание упражнения дальней стрельбы. И еще раз проверю тактический вид. Двигаемся дальше. Выбранный отряд, ждите цель. В атаку. Всем перейти в атаку. Вражеский АСТ ликвидирован. Еще раз проверим пехотные маневры на всякий случай. Пехота под прямым управлением. Перейти к отметке. Неплохо. Связь с камерой на шлеме установлена. Так, вроде все в порядке. Молодцы. В следующий раз все будет по-настоящему. Камеры на шлеме, сигнал хороший. Всем ждать приказа. Ладно, только проведу пару системных проверок и тестов. Давайте убедимся, что все работает, прежде чем приступать к делу. Проверка работоспособности управления Клау. Ждите. Управление Клау подтверждено. Проверим еще сигнал с камер пехоты. Двигаемся дальше. Прямое командование пехотой. Пехота под прямым управлением. Ретрансляция пехотного интерфейса подтверждена. Еще проверю работоспособность камеры турели. Управление турелью установлено. Сигнал от турели подтвержден. Проверка спутникового сигнала. Переключение на тактическую карту. Проведем пару тестов передвижения. Вещание с камеры Клау включено. Прекрасно. Ладно, проведем пару простых пехотных маневров. Связь с камерой на шлеме установлена. Без
Пехота направляется к отметке. Отлично. Отряды обыскивают территорию. Пехота под прямым управлением. Связь с камерой на шлеме установлена. Переходим к указанному пункту. Двигаемся дальше. Прекрасно. Еще раз проверим сигнал с камеры пехоты. Двигаемся дальше. Подтверждено. Сигнал отличный. Так, сбросим тестовый дрон в зону операции. Уничтожьте АСД противника. Выбранный отряд, ждите цель. В атаку. Еще раз проверим пехотные маневры на всякий случай. Прямое командование пехотой. Перейти к отметке. Неплохо. Пехота под прямым управлением. Прямое командование пехотой. Связь с камерой на шлеме установлена. Прямое командование пехотой. Связь с камерой на шлеме установлена. Переключение на дистанционное управление ГЛАУ. Прямое командование пехотой. Выдвигаемся. Пехота под прямым управлением.
Как только все отряды приземлятся, установите защитный перекрыток. Поговорим об этом фиаско позже, Мейсон. Ты чего так долго? Значит, босс вернулся. А теперь давай за этим мразью Менендесом. Все совпадает. Это Рауль Менендес. Я же сказал, он будет здесь.